1 мая в Подмосковье стартовал летний спортивный сезон, который продлится до 30 сентября. За этот период в регионе пройдет 435 региональных и 1700 муниципальных мероприятий. Они охватят почти 2 миллиона любителей самых популярных видов спорта. Московская область – регион спортивный. Для нас очень важно, особенно в летние каникулы, уделять внимание тому, что востребовано у детей, подростков и взрослых – спортивным мероприятиям. Мы видим большой интерес к этому. Самым масштабным турниром станет Кубок губернатора Московской области. В программу войдут соревнования по 19 видам спорта. Зрелищные и увлекательные мероприятия пройдут и в подмосковных парках, в том числе и в Одинцовском округе. В топ-5 самых популярных дисциплин вошли футбол, баскетбол, гонки, велоспорт и волейбол. Кстати, командой, на которую возлагают надежды в этом виде спорта, является Заречье Одинцово. Была поставлена задача губернатором потихоньку, возродить, чтобы преимущественно в нашем клубе стал такой базовым клубом для воспитания молодежи в волейболе, для воспитания резерва для национальной команды России. Арбузный кросс, банановый ночной забег, «Одиран» – мероприятия, уже ставшие визитной карточкой Одинцовского округа. В них принимают участие не только местные жители, но и любители бега со всей Москвы и Подмосковья. Также летом в Одинцове пройдет второй шахматный турнир «Кубок Сергея Корякина». А в день физкультурника для всех желающих в парке культуры, спорта и отдыха проведут спортивные мастер-классы. В этом году планируем провести фестиваль волейбола. Также у нас мини-турниры по пляжному волейболу, баскетболу, мини-футболу, скандинавской ходьбе и другие спортивные кружки. В округе уделяют особое внимание проведению социально значимых мероприятий. Один из них – традиционный забег «Я бегу, ребенку помогу». Все собранные в рамках акции средства направляются в благотворительные фонды на помощь нуждающимся детям. Особое внимание мы, конечно, уделяем людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них тоже готовим очень интересные и активные мероприятия. Никто точно не будет обделен. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в Одинцове проходит турнир в честь Виктора Куренцова. Ежегодно в нем принимают участие команды из разных уголков Подмосковья. Анонс предстоящих спортивных событий на территории округа можно найти на официальном сайте администрации или в социальных сетях. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».